Глава 15 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом, и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему так, говорит Господь Бог, как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них, из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустыней за то, что они вероломно поступали, говорит Господь